смысле, где мы находимся? Посмотрите, где... Почему так ужасно выглядишь? Так, короче. Как тебе Ростов, Мекс? Ну... Мы, конечно, курим, а нашу, что не видно? Конечно! Посмотрите, у куриные какие глаза. По-любому. Блин, можно либо сходить? Да. Можно еще... Блин, у меня так ноги крутят. Привет. Так, Лиз, ты будешь чай или кофе? Нет. А это... Давай сейчас я телефон поставлю, музыку включу. У меня настроение прекрасное, я с проекта ушла! И телефон теперь всегда. Кстати, может быть, у кого-то из вас есть контакты, кто может меня взять на работу в какой-нибудь зал или что-то такое, кто хочет сотрудничать, там, по фитнес-питанию. Куда? В зал? Да. В Москве-сити. О, я за. Тогда это. Серьезно, хочешь пойти работать? Пока что, да, первое время, да, что делать? Где бабки зарабатывать? Колхозница моя подруга лучше. Хотела в бизнес ехать. Нет, бизнес, конечно. Просто сейчас приедет кое-кто. И мы будем решать, что кое-что. Кое-что с кое-кем. О, сейчас я устрою на работу. Сниму хату. Я серьезно. Спасибо. Спасибо. Ладно. В общем, что... Ладно, все, мы, короче, погнали, соберемся, потом зайдем красивые. Да. Всем пока! Да. Мы в Мексике, вы что, не да. понимаете, что ли, господи? Ирочка на проект возьмите, говорит. Ладно, все, пока. Все.